Вы смотрите видео об отеле Reis, La Crystal del Alpe. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Reis, La Crystal del Alpe расположен в стране Франция в регионе Рона-Альпы и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. Резиденция расположена в 200 метрах от склонов, в 50 метрах от подъемника, на углу улицы Тандарт и Паутат. На территории отеля имеется 71 апартамент, рецепция, холл с камином, Wi-Fi, первый доступ бесплатно, последующие за дополнительную плату, бассейн, спа-центр. В стоимость включено постельное белье, полотенце, 2 кухонных полотенца. Финальная уборка за исключением кухни и мытья посуды. Набор средств для мытья посуды. Багажная комната. Детская кроватка, стульчик, пеленальный столик, прибор для подогрева бутылочек, бронирования заранее. Шкафы для хранения горнолыжного оборудования с сушкой. Свежая пресса ежедневно на ресепшн. Дополнительно при наличии можно взять под залог наборы для рахлета и фондю. Сообщение и сводка погоды на ресепшн. Пользование бассейном, джакузи, сауной, парной, тренажерным залом. За дополнительную плату. Массаж и процедуры по уходу за лицом и телом в спа-центре. Дополнительные полотенца, одно баненное и одно полотенце для рук, 8 евро. Аренда халата, 8 евро. Закрытая подземная парковка, 60 евро за машину в неделю, 12 евро за ночь. Доставка свежей выпечки на ресепшн, бронирование заранее. Проживание с домашними животными, 60 евро в неделю, 12 евро в день. Максимум одно животное на апартамент. Прачечная. Бильярд. В номерах есть гостиная с раскладным диваном, телевизором, телефоном. Кухонный уголок, холодильник, электрическая плита со стеклокерамической варочной панелью, вытяжка, микроволновая печь, посудомоечная машина, кофеварка, электрический чайник, тостер, миксер. Ванная комната, оборудованная феном и полотенцеисушителем. В некоторых апартаментах есть дополнительная душевая комната, совмещенный или отдельный туалет. Балкон. Номерной фонд отеля состоит из двухкомнатные апартаменты на 2-4 человека, 35-40 м2, спальня с двумя односпальными кроватями. Трехкомнатные апартаменты с кабиной на 4-6 человек, 50-65 м2, спальня с двуспальной кроватью, кабина с двухъярусной кроватью. Важно! Двухъярусные кровати подходят для детей от 6 до 14 лет. Трехкомнатные апартаменты на 4-6 человек, 55-65 м2, спальня с двуспальной кроватью, спальня с двумя односпальными кроватями. Данный апартамент может быть двухуровневым. Четырехкомнатные апартаменты на 6-8 человек, 70-75 м2, спальня с двуспальной кроватью, две спальни с двумя односпальными кроватями в каждой, дополнительная душевая, дополнительный туалет. Данный апартамент может быть двухуровневым. Пятикомнатные апартаменты на 8-10 человек, 85-95 м2, две спальни с двуспальной кроватью в каждой, две спальни с двумя односпальными кроватями в каждой, дополнительная ванная комната или душевая, один или два дополнительных туалета. Данный апартамент может быть двухуровневым. Внимание! Описание и планировка апартаментов являются неконтрактными и могут меняться. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть Spa & Beauty Mountain, крытый бассейн, джакузи, сауна, турецкая баня. Массаж, косметические процедуры, оздоровительные программы для тела и лица предоставляются за дополнительную плату. Прокат банного халата – 8 евро. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.